Этот урок для тех, кто делает самые первые шаги в теннисе. У вас уже есть ракетка и мяч, а главное желание научиться играть в теннис. Итак, в данном случае вам не нужен теннисный корт. Если есть ракетка и мяч, остается найти только стенку. А в условиях города, напомню, каждый дом имеет как минимум 4 стены. Домов этих тысячи. Правда, в них иногда живут люди, так что будьте аккуратнее. Итак, этот видеоурок о тренировке со стенкой для начинающих. В нем создается базовое представление об ударах с отскока. Как научиться правильно бить по мячу, как избежать ошибок на начальном этапе, это вы узнаете в данном уроке. Его проводит мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России Андрей Меринов.